2 месяца тренировок, кровь, пот и слезы. Сотни людей, связанных одним делом. Все это может объединять только одно. Race for Motivation! Перед участниками воркаут-марафона вставали различные проблемы, начиная от ненастной погоды и заканчивая недостатком сил и терпения. Но кто, как не они, знают, что тренировки не всегда приносят удовольствие, зато всегда приносят результат. Призеров было только 24, все они огромные молодцы. За воркаутом силы. Наш проект — это дорога в будущее спорта этих людей. Race for Motivation, воркаут Томск. Только вперед, только сила, только с нами. Стрит воркаут! Стрит воркаут!